Ударение. Ударение. На какую букву может падать ударение? На гласную. Только на гласную. Все это помнят? Да. Только на гласную. А гласные это буквы какие? Конечно, конечно. Так, теперь меня интересует, а какие звуки в речи у нас еще существуют? А карандаш. Илюша, чем занят он? Твердый. Так, все, хорошо, прошу прощения, закончили с этим. Так. Хотелка? Ну возьми, Илюша, сейчас он это делает. Попить? Иди туда. От хореографии. Звук Д. Скажите мне, пожалуйста, твердый он или мягкий? Нет, не хочу. Не люблю прекрасно, уже знаете, не люблю. Вы меня посмотрели? Дружно. Я хочу увидеть своих любимых друзей, учеников. Своих любимых. Я направо, песню шепчу, налево сказку говорит. Молодец. Да вот не запомнила. Да. У кого еду зеленый, задает цвет на дубе дом. И днем и ночью кот ученый ходит, по цепи кругом направо. Идет песня зовут, налево сказку говорит. Молодец. Так, сейчас мы с вами прочитаем «На мышку и кошка зверь». 40-я страничка. Все открыли, да? Вот так. Икон. Все, наверное, начинают читать. Видана, пальчик. Кошка. 40-я страничка. Соседка. Слышала ли ты дуб ру-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 
Серфу сказала, ведь кошка говорят попалась в когти льву. Вот он отдохнул, и нам пора на ставку. Не радуйся, мой свет. Эй, крыса, говори в ответ. И не дай... Точно. Подберите слова, пожалуйста, мне сейчас оканчивающиеся на звук и кратко. Чайник. Велислава. Чайник. Илюша. Чайник. Чтобы заканчивалось на звук. Отлично. Илюша. Конфетка. Конфетка. Хорошо, берите, я не понимаю. На звук. Чай. Велислава сказал. Не, оканчивающийся. Не начинающийся. Ой. Хорошо. Еще. Май. Будет? Да, май. Май, да. Разумно и кратко. Майк. Я бы задалась, а кто помнит, какой буквой обозначается этот звук на письме? Майк. Как выглядит Майк. Звук Е на письме? Нет, на доске я не могу написать. Выглядит в раз, два, раз. Как И, только с хвостиком. Все помнят? Сейчас я ее найду. Ярославна, долго там еще будет у нас? Сейчас я ее найду. Найди, пожалуйста. Вот она. О, вот она. Большая. Вот она. Да, буква вот и кратко. Да. Она самая. Она выглядит огромная и маленькая. Да. Теперь. Произнесите мне в слове акула первый звук. А. В слове сом.
первый звук. В слове щука, Илюша, первый звук. Щука. В слове селедка. Рада. В слове ёж, Данилка. На какой звук начинает? Отлично. Молодчина. Уже. А тебе нравится звук? Надо? Да? Тупо не понял. Ребят, а теперь скажите мне, пожалуйста, чем отличается звучание слов «осы» и «усы»? Ребята, где находимся? «Осы» и «усы», Рада, чем отличаются эти два слова? Отлично. А о гласный, согласны? О гласный. Гласный. Угу. А в слове усы? А первый звук усы. У. У. Хорошо. А о гласный или согласный? Гласный. Угу. Все, отлично. Так, дальше. Теперь я вас попрошу, я сейчас вам раздам тетради, вторые у нас есть. Нет. Сейчас для наших. Какие тетради? Сейчас покажу. Я не давала вам. Я хочу, чтобы вы сегодня я вам дам интересный элемент. Посмотрите, как вы писать начали. Письмо. А, но нет перо, зачем у меня письмо. Письмо. Услышал звон, не слышу, где он. Тетрадь положи, ты посмотри, в каком виде у тебя тетрадь уже. 2 месяца учебных прошло. Такая, видишь? Так, Ярослав, давай посмотрим, на чем ты у меня закончила. Как у тебя, кстати, дома с домашним заданием? Да ты же моя хорошая. А это продолжаю, да? Я все равно, Лена, а я вот это вот. Сейчас я каждому подойду, ребята, подождите. Так, смотри, с тобой мы прописи пропуская, ой, палочки пропускаем. Уша пропускаем, ты у меня ее хорошо отработал. Так, меня волнует вопрос. По словам. Ну, тут не знаю, как это хорошо сделать. В понедельник я поставлю вам первый маленький диктант. Будем учиться на слух записывать. Письмом. Да. Будем учиться слушать нашими прекрасными ушками и записывать небольшие диктанты. Свое. Да, поэтому я сегодня даю вам еще пописать урок. Еще повторяем немножко звуки. Она подготовки писать. Слышите, о чем говорю? А в понедельник начнем уже с небольшого диктантика. Я считаю, что вам уже пора. Вы мне уже отлично пишете, уже отлично слушаете, отлично помните все звуки, уже различаете их. Я думаю, пора. Мы пришли к этому. Так, Данилка, с тобой. Ты у меня палочки доделываешь. Через клеточку. Mm-hmm. Большую палочку не отрабатываешь. Кот. Потому что палочка грибоватая. Я тоже кот рисую. Присядь. А я уже отработала. Ярослав, у тебя что тут? Ты у меня прописываешь слова. У К мне не нравится верхний хвостик. Ты его лепишь к нижнему. Нужно расстояние между ними чуть-чуть отступать. Смотри. Я пыталась. Да, я знаю, что ты стараешься, но все равно нужно равнять. Смотри, тут у тебя вообще головку повесила по бокам. Видишь? Она как у тебя угрюмая. У нее прям хвостик вверх должен смотреть, как она как головку подняла, понимаешь? И карандаш держит меня неправильно. Вот неправильно каждый урок все равно исправляем. Вот так, вот так. Вот этот пальчик большой, он внахлёст у тебя всегда идет. Ну, правда, пока есть, у нас не проблема. Вам исправлять. Вот эта головка верхняя, она прям вот так вот вверх. Вот он улыбнулся, вверх голову поднял. Александр Олегович. Все в татухах. Александр Олегович. У меня как сильно тут сгибаешь, что у меня пишет левая, я знаю. Спинку не можно. Можно
можно я вас подвину чуть-чуть? Вот так, совсем немножечко. Так, шлеп. Ребеночка. Да я мы уже начинаем. Так. Оп. Ногу ставим. А мы у нас красиво получилось. Вот так. Вот так. Теперь она удобнее. Нет, ты не правильно говоришь. Ты пока тогда только по рисуночкам обводи, хорошо? Хорошо. А сам не рисуй пока. Пока будем учиться просто обводить в линию. Да? Учебники сдаем и раздаем прописи. А руки-то все помыли? Да, мы мыли. Ну все. Я со своими большими зубами могу сгрызать. Да, конечно. Но кислое. Вероника. Есть хоть хорошее? Давайте на яблочко, а не на яблочко. Да. Я только ешь. Я вас на... Согнутый пальчик внахлёст впереди. И вот этот пальчик внизу как бы большой придерживает. Он подстраховывает, смотри. Так, короче, это слово не вышло. Мы сильно растягиваем. Чуть меньше, поуже сделали его хорошо. Чтобы не была такая толстушечка. Так, ладно. Я делаю рот. За что оценку сегодня ставить? Голос. Хорошо, неплохо. Только... А, нет, все, все, нет. Да, можно. А я вот это могу писать. Это какой знак? Осторожность. Да, это восклицательный знак. Смотрите, а я вам сейчас просто напишу.
Мы обязательно затронем знаки препинания с вами, но чуть позже, они у нас еще пока мы не дошли до них. Нам хочется, чтобы вы все знали. Вот она, красивая такая же. А как вы, это толстая? Да, только зачем ты мне толстую делаешь такую? Возьми точилку, поточи карандаш. Карандаш не наточенный, поэтому пишет так. Он мне вообще поточен. Или слова? Мне, пожалуйста, я тебя отвлеку на 2 секунды. Класс. Ну, надеюсь, давай. Так, Рада. Не торопись, уже пошел тяп-ляп. Может, поиграешь? У нас есть девочки замечательные, Данечка Бодрящая, учительница ФУ. Илья, я легко точил. Просто взял и получил. Семир, подожди, торопишься. Вот ты же видишь, где серенькая линия проведена? Ты веди по ней, за нее не вылазь, а то так некрасиво, неаккуратно. Так же ученики не пишут. Ты же уже ученик тогда. Вот, и не торопись. Я не пойму, у нас что за бурное обсуждение это у Данила сегодня? Прям компаньоны сидят. А Солнышечка, тише, пожалуйста, моя хорошая, потише. Наш урок идет. Не торопись. Это, которое вы написали, легко отработали. Нет, я тебе написала ша. Ты обу мне отработал. А ша, посмотри, каляки-маляки какие были. Вот такие же жирнюки же, это же не дело. Смотри, у М, вот М и Л, и одна и та же проблема, ты мне их широкими делаешь, мне нужны они уже. Уже, аккуратнее, старайся, Владислава, пожалуйста. А как написать? Я уже не знаю. А вот они ваши уша. Отступаем клеточку. Вот так. Вот этих вензельков всех лишних делать не будем. Так, рядышком. Они как похожи, две половинки такие должны. Это знаешь как? Помнишь, О мы писали вот эти много-много-много-много раз. Только это вот недоделанная О такая половинчатая. Раз. И с этой стороны два. Давай, Олег, давайте я буду хвостик по линии делать. Это как усы. Вот так хочешь, прям как с примера попробовать? Да. Пробуй. Пробуй. Ради бога, я не против. Ярославна, Рада, Илюша. Вот всех писал. Накалячил. И у него он маленький еще. Вот на последней странице он все сделал. Илюша, у тебя ты-то первоклашка. У тебя работы, вот. Ну вот. А мне пин писать? Вот так слово надо. Ух ты. Ёлка, Новый год. Мама. Хорошо. Там, наверное, я уже пишу оценки. Вот давай на мель заканчивай, давай мне на проверку. Спинку, смотри, как хорошо держать стали, да? Я хочу до конца. Нет, сегодня мель, вот до мели. А, на слове мель останавливаешься, а это дома. Я тоже делаю себе. Я тебе отмечу задание, которое нужно будет сделать дома. Можно мне тоже с собой домой забрать? Конечно. Ну что, без карточки пойдем, все думаете?
Я хотела вам дать на дом карточки, буковка, на которую у вас не очень получается, чтобы вы уметь. Поработали дома, чтобы там хорошо написали. Я А, не получается, да? Ты у меня каждый раз пытаешься вывести им хвостик. Не надо, это не обязательно. Смотри, взяла, полила, оп, оп. Не обязательно все вот эти закругляшки делать. Не обязательно. Вы научитесь писать ее просто прописную буковку. Вам вполне будет достаточно. Ну вот вам. Ага. Следующее слово давай. Тетрадь, вы мне скоро заклеите. Вчера порвалась она у тебя, я забыла про твою читать. Ну оставишь мне сегодня на стол положить. Она у меня и была. Мы сейчас ее быстренько скрипим. Не, ну без, я тебе без овощей положила, да, с сыром. А я сегодня без она с сыром и овощами. Можно мне то? А я сегодня без овощей. Это для тебя на кукурузную, ты любишь. Она без овощей, это сыр. Я тебе специально с сыром положила без овощей. Кто? Данечка, ты у меня кушаешь, Ада тоже кушает хорошо. Все. Илюха, давай, голодный, что ты будешь ходить? Не хочу, меня и так заберут быстро. И кушать мама говорит, мне надо. Рада, стульчики несите.